Здравствуйте! Сегодня весь день Луна без курса, поэтому отдыхаем и не работаем. Хорошо провести время на свежем воздухе, погулять, встретиться с друзьями или пригласить любимых на свидание. Для коммуникации эта суббота прекрасна. Однако нужно соблюдать осторожность, так как возможны аварийные ситуации. И, кстати, участие во всяких протестах и митингах сегодня лучше избегать. А вот если удастся прогуляться в хорошей компании, чудесно. Берегите себя и до встречи завтра.